Всем привет, ребят! Сегодня мы из Седе классно отдохнули аж целых 2 дня. Перемещаемся в Аланию в самый дешевый отель. Покажем самый дешевый отдых. Ну и все. И нашу дорогу. Я отдельно, конечно, тоже отснимем Аланию. Подъезжаем, ребят, к Манавгату. Сейчас будем пересаживаться. Ну, Манавгат Седе. Вот для ориентации в пространстве. И уже поедем в Аланию. Так, не знаю, куда снимать. Сверху речка, слева это река в Манавгате. Очень красивая. И тут гуляют кораблики вверх к водопаду Манавгат. Наше путешествие на автовокзале Манавгат. Наше человечище заснуло как-то неожиданно. Обычно на днем не спит. Но тут, обычно видимо, спит другое человечище. Денис, я никогда не сплю. Все, едем, ребят, сейчас... Я уже соскучилась по Алании, и как-то мы постоянно так идем туда, так интересно. Еще отснимем центр, потому что в начале сезона мы не успели его снять, когда там мы в апреле были. И я очень грустила на эту тему, что мы саму Аланию не сняли. Там парашютник поснимали, и все. А еще у нас есть, кстати, второй канал про нашу жизнь. И Инстаграм, есть и Телеграм. Оставим ссылку в описании, обязательно подписывайтесь. Мне больше нечего сказать. Мы сели не со стороны моря, ну ничего страшного. Конечно, виды красивые по пути в Аланию, так что садитесь со стороны моря. Но тут очень красивые кустики розовые, олеандры. И хвойный лес какой-то встречается также, кстати. А, выйду, расскажу. А мы приехали в Аланию, я снимаю какую-то кафешку. У нас вообще супер вип автобус, он довез нас до самого отеля нашего. Ага, вообще шикарно, не до того автовокзала, который в начале. В общем, выгодно ездить, всегда советую. Еще идем. Наш чемодан уже сказал пока, мне кажется, по нашим колдобинам, по которым мы едем его возим. Ой, обожаю Аланию. Что красиво. А зеленую, да, огородили. Это, наверное, пикник-зона. Такая уютная, еще не полностью. Ну, конечно, она очень сильно туристическая. Мне кажется, одно из туристических мест. Кемер, Алания, Анталия. Но все равно еще вот такие местные дома остаются. Можно на что-нибудь поглядеть. Ребят, мы приехали в Домлатаж Хотел, апарт-отель. Кстати, Домлатажов тут несколько отелей, оказывается, потому что тут есть пещера Домлатаж. Поэтому многие так и называют. Сейчас будем уже заселяться. Быстренько, кстати, доехали, потому что Моника спала. Чего? Это номер! Номер! Ребята, ищем свой номер. В прошлый раз жили на 5-м этаже, а сейчас 4-й. И, возможно, мы... Да, ремонт сделали. И, возможно, мы этот номер даже снимали, потому что мы несколько обычно снимаем на видео. Что, мы теперь живем в другом отельчике? Да. Да, здорово. Та-дам! Это наш зал. Это наша кухня, как Моника любит. Моника почему-то обожает отели с кухнями. Ага, холодильничек. Вау, Денис Андреевич, который думает, прыгнуть или не прыгнуть. Шикарные пальмы. И шикарный закат, ребят. Это самое позднее время, мне кажется, когда мы приехали в Аланию. Позже мы не приезжали. Ну и хочу сказать, классная площадка, но она и детская, и взрослая. Там такой парк небольшой. И самый, конечно же, плюс, то, что близко пляж Клеопатра. Самый шикарный пляж. Вот. Ну, это уже в следующих выпусках, наверное, покажем. А может, и в этом. Моника пришла на площадку, села и сказала, мам, давай хотя бы отдохнем. Хотя так хотела на площадочку. Наш отельчик, так удобно. Еще показать бы пляж Клеопатру. Слушай, нормально заполнилось. Да, половина больше даже. Ну, это еще, причем не все, наверное, мы думаем просто, сколько людей, много или немного. Еще, наверное, не все пришли, ну, домой. Не у всех включен свет. Да. Ребят, наш праздничный ужин, шаурма, оливки. Моника Денисовна в особо праздничном размере. Шаурма царская, куриная, с соусом ранчо и напиток богов. Добрый вечер, мы никакие. Ну, Денис поспал с Моникой, а я никакая. Смотри, открывай ротик, а? Я, кстати, тоже спал. Нам надо 4 этажа, ребят, собрались. У Моники сегодня вот это, да, в шортах. Ребята, у нас, как всегда, утро начинается очень удобно, что здесь рядом
детская площадка. Другая сторона. Ага. Да. Ну как утро, кстати, сейчас уже час дня. Пока смонтировали. Пока смонтировали, пока покушали, уже час дня. И у нас тут достижения, ребят. Там вот у нас сорты, да? Сорты. Задрыгаю ногами, отойди. Ага, давай. А, задрыгаешь ногами, отойди. Спасибо, что предупредили. Ребят, есть шикарнейший бассейн. Можно плескаться хоть целый день. Есть маленький бассейн для вот таких малышни. Большой для детей постарше. И, в принципе, классно, да? Да, нормально, вот лучше летом пошли. Все хорошо бы, если бы не дальше нужно идти снимать, да? Могли бы остаться на целый день тут плавать. Думаешь, наискосок? По-моему, там, да.